Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванша Калпатару Васяке Пасинду Бхавача Патитананг Павуне Бхавишнабхибхьо Намо Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунланг Хайтигрим Ятки Патамаханг Банди Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кешвача Шна Бхакти Паде Деви Шатта Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарунча Ива Нараттамам Девинг Сарасватинг Вясам Тату Жайо Мудирай Санкиртане Кришна Катху Пудеш Гаурия Патрашо Пракаса Неча Шадану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагодарана Дейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тритхас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Битатихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Рибиндам Ядпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Кимапикапаудуша Дарши Пурунанурагра Сасагра Сарамурти Сарадика Майкада Кипам Кируши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Аджануламбита Бхуджау Канака Бодату, Шанкиртанай Кавитарау Камала Ютакшо. Вишам бару дижа бару жугадхарма пало банде жагат прия кару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Вандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхаван Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно прияманунго мада апхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Вагиша джоссо бадане Лакшмир джассача бхакшаси Джасьясте хидая самбит Твам нишинга махам бхаже Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе King Duswam
king duswamnu sadhunam vidusham kim apikshitam kim akarjam kadar janam dustajam kim dhitatmanam kim duswamnu sadhunam kim duswamnu sadhunam vidusham kim apikshitam kim akarjam kadar janam dustajam kim dhitatmanam Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, if we are unable... Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что если мы не способны поддерживать горящий огонь Санкиртаны во всех наших гаудиматхах, храмах и мандирах, то тогда мы можем обнаружить борьбу между участниками этих, этих организаций. Одни будут находить ошибки, недостатки в других. И пытаться мешать друг другу, что происходит. И вот Гаудия Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада сказал, что если мы не способны поддерживать горящий живой огонь Санкиртаны в каждом нашем духовном центре, то, естественно, мы можем найти какую-то борьбу, конкуренцию. Каждый будет находить недостатки в других. Да какая-то зависть возникнет и прочее. Это, естественно, происходит, когда нет такого живого огня, горячего огня Санкиртаны. Кали будет мешать. Кали будет всячески мешать нам, поскольку обычные саду, те, кто не совершенные вайшнавы, в обычном, ну, мы как говорим, ну, имеете все как вайшнавы в той или иной степени, но если более детально посмотреть, то те, кто чистые вайшнавы, майя не может влиять на них. Те, кто не совершенные вайшнавы, может, сегодня, завтра они смогут стать вайшнавами, но они все равно чувствуют влияние майи, кали. Обычно так и происходит. Конкуренция какая-то друг с другом. Если какой-то вайшнав что-то у него хорошо получается, баджан, другие завидуют, пытаются ему мешать всячески. Но это такая скверная, как сказать, такое скверное явление. Ничего хорошего в этом нет, очень плохо. Я, к сожалению, наблюдаю это. И вот в тот день я говорил такие слова. Это главное в Бхагавад-дхарме, которая показана в Чайтанья Махапрабху, это называется Бхагавад-дхарма. Мы следуем Бхагавад-дхарме под руководством Чайтанья Махапрабху, Верховного Господа. И вот там нет места зависти и конкуренции. Если есть зависть, нирмацар, значит, вы... Как сказать, недостойные, не квалифицированные совершать баджан. Если у вас нет терпения, а есть зависть, не можете потерпеть, что кто-то оскорбляет вас или неуважительно себя ведет по отношению к вам, то такого человека нельзя наверное, называть вайшнавом. Шрила Бхактивинода Тхакур в своих статьях описывает это. Вот мы, Махарадж, эти статьи я нашел, собираемся опубликовать, но, к сожалению, не все могут понять сердце Гуру Вишну.
не каждый может понять сердце Гуру Вайшнавов. Чтобы понять сердце Гуру Вайшнавов и действовать в соответствии с их желанием, это называется настоящее служение. Настоящее служение. Но кто-то думает, что-то делает для Гурудева, а Гурудев доволен им. Кто-то думает, что если собрать 20 миллионов рупий, то Гурудев будет доволен этим. Вот некоторые думают, что принеся деньги или что-то сделая, Гурудев будет доволен этим. Но они даже не думают, что думает Гурудев по этому поводу. И никогда не пытаются привести свое сердце в гармонию с сердцем Гурудева. Это зовется... Вот, то есть это не бхакти, то, что мы сами думаем, что было бы хорошо сделать, но при этом не интересуемся, хорошо ли это будет для того, кому мы это собираемся сделать. Некоторые люди, не то что некоторые, многие думают, что бхакти очень дешево, но в шастрах говорится, что бхакти очень ценно, очень редко, что мы не можем представить. Мы не можем даже представить, капля бхакти, она может решить все наши проблемы. Это великое сокровище. Все дживатмы, они должны обрести это сокровище. Шри Чайтанья Махапрабху, он принес это для всех душ, но наша удача очень мала. И под руководством нашего Гуранги Махапрабху и нашей Гурваги Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады, Сиддхартха Госвами Махараджа, Кешава Госвами Махараджа, мы пытаемся сделать лучше, наилучшим образом, как мы можем. А точнее, вот Вайшнавы, они думают, как же сделать наилучшим образом, чтобы помочь нам стать на путь бхаджаны, но изменить наши предыдущие самскары, скверную природу, из-за незапамятных времен, рождаясь, умирая, которую мы обретали, изменить чьи-то самскары за ночь буквально, ну, имеется в виду, быстро, очень сложно, если вообще возможно. Даже если Гуру Махарадж будет что-то делать активно, то есть, если будет бить нас, то это не так просто. И поэтому в тот день я говорил, Кальянак говорит Бхагавану: «О Бхагаван, я нахожусь в твоем, я часть твоего творения, я знаю, что я ядовитая змея, очень опасен, но все же я внутри твоего, внутри тебя, что же делать? Сабхава. Жизнь за жизнью я был этой змеей ядовитой и развил такие дурные самскары, как от меня измениться. В этом главная проблема. И очень опасно. Но не изменив себя, нет другого пути. Сегодня или завтра мы должны осознать всем сердцем. И вот в виде людей, я смотрю это все как во сне. Вот Махарадж говорит про себя, что смотрю как на сон, думаю, что мне делать. То есть такое осознание приходит, что мне делать, кто может помочь им и как изменить их. И вот суть в том, без терпения никто не может совершать баджан. Терпение – это наилучшее. Наротам такого пишет в киртанах. Терпение – это огромное сокровище на пути нашего баджана, великое дело. Но это терпение мы не можем купить на рынке. Мы можем практиковать.
сегодняшнего дня, что-то, как мы можем развить терпение. Я хочу посмотреть. Без милости Гуру Вайшнавов никто. Не может развить подлинное терпение. Терпение очень редко. Но без терпения мы не можем что-то делать. Я могу привести несколько примеров, как в случае с Триданди Бхикшу. Триданди Бхикшу в Бхагавате мы можем найти. Все оскорбляют его. Throwing here and there, playing with him, spitting on him, making on one stone, making. Да, ну, когда принял саньясу, ее над ним издевались всячески. Отбирали воду, еду, кидали камнями, испражняли его посуду. И вот он. И вот он что-то собирал весь день. Что-то приготовил, тут эти местные жители пришли и испражнились его вот это едой и посудой, в посуду, в которой была еда, которую он собирал и готовил. Вот эти вот местные жители очень докучали ему, но он не гневался на них. Джада Бхарат Махарадж и Рахуган. Очень глубокая философия стоит за этим. Рахуган, он думал, что он царь. И вот он думал, что Джада Бхарат какой-то сумасшедший. И вот он пытался занять его в том, что он, чтобы он нес его паланкин, один там носильщик, что с ним случилось. И в итоге Джада Бхарат попался по дороге, они решили его занять в этом деле. Вот он плохо нес, и поэтому тут в голову всячески. Подлинный ачарья очень редок. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, большинство ачарья, они стремятся к собственной славе. Если недостаток такой этого, то они пытаются сделать, ну, готовы на все ради дешевой славы. И в этом их так называемое. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что сейчас в ачарье нет никакого терпения. Они ради дешевой славы готовы на все. Как Индра из-за какой-то дешевой братишки готов был убить всех в Раджаваси. И вот он говорит, и вот, к сожалению, можно наблюдать, что большинство ачарьев снаружи, может, они как-то улыбаются, пытаются привлечь население, но внутри очень жестоки. И сегодня мы очень удивлены видеть. И вот мы, видя великолепную идеальную жизнь Шрилы Бхактидайте Мадхва Госвами Махараджа, мы не можем сравнить никого с ним относительно терпения, когда все теряли всякие надежды, всякое терпение. Шрила Мадхва Госвами Махарадж говорит, что мы только начинаем, еще ничего не сделали почти. Когда все попытки не удавались, то он говорит, что только начало. И вот всего только сейчас я говорил о том, что мы не хотим понять сердце Гуру Вайшнавов. Мы совершаем служение, но не интересуемся чувством сердца Гуру Вайшнавов. И поэтому
мы не совершаем какой-то значимый прогресс в нашем баджане. Мы вроде что-то делаем, но большинство не интересуется, хочет ли их Гурудев этого или нет. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж достиг великого успеха в Гуру Севе, в вечном служении даже, можно сказать. То, что хотел сделать Шрила Прабхупад, Прампуджапад, Шрила Мадхава Госвами Махарадж, Сиддхартха Госвами Махарадж, они понимали это и исполняли желание его сердца. Ему, Шриле Прабхупаде, не нужно было даже говорить об этом. Наша Гурварга рассказывала такую историю. Есть такие севаки. Если вы спросите, можете ли сделать что-то, то скажется, очень сложно, невозможно. Он будет пытаться как увильнуть как-то другого севака, спросить. Может, он что-то сделает, то скажет, что сделает. Но этот севак кому-то это севу передаст. В общем, сам не будет делать, кому-то на кого-то это свалит. Но подлинный сева кто? Тот, кто не спрашивая, не надо, ему даже не надо спрашивать Гуру Махараджа, Гуру, он делает все с соответствием желания, в соответствии с желанием сердца Гуру Махараджа. Гуру Махарадж очень доволен им. Как в случае с Курешем. Кто сказал Курешу запомнить всю Веданту, эту Бадайан Башью? Рамануджачарья никогда не говорил ему этого. Никто не говорил ему, то он сам понял, что это нужно сделать. Рамануджачарья никогда не говорил, что она от моего имени, что оденься в мою одежду, иди к Кримиканте. Он никогда не говорил этого. И это зовется подлинный севак. Подлинный севак тот, кому не нужно ничего спрашивать. Он может осознать все и может действовать в соответствии с этим. И это он зовется подлинный севак. И если мы будем изучать жизнеописание Шрилы Бхактивиданты Мадхава Госвами Махараджа, то мы поймем, сколько служения, какое великолепное служение он совершал все время. Он был лучшим сборщиком пожертвований. В то время было туго с деньгами. Сейчас попроще. Но все же было в то время, хотя денег было мало, но все же какая-то внутренняя радость была в храмах. Не было. Даже есть особо нечего было. Насчет просада, ну, нельзя сказать. Даже дал в то время был без дала. Одна вода большей части, но все же Гурварга никогда не жаловался, никто не жаловался, что просада недостаточно или еще чего-то недостаточно. Иногда недостаточно риса, мало было. И вот не было даже, но риса не хватало. Но никто не жаловался, когда какие-то жалобы могут возникнуть, когда какое-то неудовлетворение в вашем сердце, неудовлетворение в вашей жизни может возникнуть, когда у вас какое-то неудовлетворение, когда ваше сердце не чувствует умиротворения, у вас какие-то потребности, то тогда и только тогда какое-то неудовлетворение
может возникнуть иначе. Такого не может быть. Если есть бхакти, то нет никакой неудовлетворенности. Если есть бхакти, то вопрос неудовлетворенности не возникает. Я уже говорил об определении бхакти. Это чувство радости, ананды, блаженства, но переполняет наше сердце. Откуда эта ананда возникает, я не знаю. В моей жизни, вот Махараджа, жил очень скромно, даже фруктов не ел, что какие-то огурцы по Экадышам. Но все же была какая-то радость внутри сердца. Я никогда не ходил, не просил денег. Но все же какое-то чувство удовлетворения было. По милости Гуру Махараджа я чувствую себя умиротворенным и удовлетворенным. И вот и Махарадж в то время писал книги и собирал Мадхукари, Бикши, подаяние. В общем, Махарадж в то время писал книги, совершая такие аскезы. По милости Бхагавана, с полной концентрацией, вот так Махарадж писал книги, даже и вентилятора не было. Ну, за то время Махарадж 50 книг написал. Вот за вот те годы. Ну, даже вот вентилятора не было, но все равно была какая-то радость в сердце, ну, и неудовлетворение может сделать. Это, ну, главный наш враг. Наша проблема – неудовлетворение. Прабхупада Падшила Мадхава Госвами Махараджа говорил, он был очень высок. Если один человек хотел видеть Шрила Мадхава Госвами Махараджа, ничего не говорил. Он просто в виде его, он вдохновлялся. Сейчас мы совершаем Гуру Севу, наше настроение. Но некоторые такие думают, что Гурудев очень удачлив, поскольку мы ему служим. Но сейчас, к сожалению, можно наблюдать такое. Но в те дни мы думали, что если Гурудев принял служение от нас, мы столь удачливы. И как в случае с Кришнадас Кавираджем Госвами, кто мог дать? Только Нитянанда, вот он пишет, что только Нитянанда может спасти меня. Посмотрите на настроение Кришнадаса Кавираджа.
Это подлинное смирение. Но мы не можем понять. Кришнадас Кавираж Госвами говорит, только Нитьянанда дарует нам свою милость. Никто. Все избегают меня, только у меня надежда только на милость Нитьянанды. И вот Прампуджи Падав Шрила Мадхава Госвами Махарадж, Шридхардев Госвами Махарадж, Бхакти Прамод Пуридев Госвами Махарадж, что говорить о них, о столь возвышенных преданных, о моей падшей душе. Я сам хочу узнать у них. И вот однажды в Чайтанья Матхе какие-то преданные начали орать, как собака. Где мой просад, почему все кончилось, и вот он. Так, ну, просада было мало, а кто опоздал, тот не успел. И вот постепенно Чайтанья Матха получил много земли, кто-то жертвовал эту землю, но в то время даже риса достаточно не было, и вот кто-то там возмущался, где же там просад. И Шрила Прабхупада услышал, что кто-то орет, вышел спросить, что случилось. Тот спросил, где просад, голоден, никакого просада не осталось. Не видите просад. Столько просада вокруг, видите, со мной. И вот Шрила Прабхупада пошел в мусорку, куда скидывали, тарелки выкидывали, и то, что там не доели. И вот Шрила Прабхупада сказал, вот давай, поедим отсюда. И Шрила Прабхупада хотел показать, что такое просад. И мы узнали это от нашей Говарги, столько аскез. Ну, в то время даже носили одно дхоти в течение года. Сейчас много одежды, очень избыток даже. Ну, у кого-то целые комнаты забиты этой одеждой. Но Шрила Мадхава Госвами Махарадж мог 8 месяцев в год носить одну доти. Но эти доти били особенно, они изнашиваются очень быстро. Ну и они, дырки там появляются. И вот особенно высокому человеку, как Шрила Мадхава Госвами Махарадж, постоянно рвалось, надо как-то было перевязывать, чтобы незаметно дырок было. Ну, а когда уже было совсем невозможно его завязать таким образом, чтобы дырок не было видно. Но он рвется, ну, там ходит такое дело. Меня честно надо очень. И вот и тогда он шел к Бхактивилас Тирти Госвами Махараджу, он был этим Кунджода, его звали в то время. Он был этим как заведующим всем. И вот он приходил к нему в офис и просил у Кунджада Прабху. Если у вас есть какая-то лишняя одежда, какой-то доти, можете мне дать. Не то, что возмущаться, что мне тут на доти дыр столько, что уже надевать нечего. Но сейчас большинство ачари. Шрила Прабхупада говорит, сейчас можно наблюдать, Шрила Прабхупада говорит, что можно наблюдать, что большинство ачари служат своим ученикам. Я сидя, но Ясаса не говорю, это такая голая правда. И вот можно наблюдать, что много всяких так называемых ачари служат своим ученикам, дают мантры каким-то проституткам.
продают мантры, кому попало. Пытаются навязать свою дикшу тем, кто не, не успел отвертеться. И, к сожалению, такое происходило и сейчас происходит. И вот Гурупадпадма, Абхина Гурупадпадма, Шрила Мадхава Госвами Махарадж, Сиддхартха Госвами Махарадж и Кешава Госвами Махарадж никогда такого не одобряют. И не одобряли. Однажды один негодяй пришел к какому-то ачарье, текущему. Тот занимался этим, какой-то этим. Актерской деятельности, ну, зарабатывал деньги на чтение Бхагавата, на представлениях, цирком занимался, в общем. И вот я смотрел на это все, и тот ачарья дал ему дикшу, и тот теперь еще хвастался, что смотрите, какой мне ученик, кто с Бхагават Катху говорит, что там обо мне вообще говорит. И вот однажды я пошел в комнату того человека, но я спросил его, кто тебе дал указание обманывать людей, читая Бхагаватам, под видом чтения Бхагаватам. Тот сказал, что его Гурудев. Но я ушел, пошел к ачарье, которому он... закрыл комнату и все сказал, все, что я о нем думаю. И сказал, что у тебя такой характер, как тебе не стыдно. Тут этот человек, как проститутка, ходит, собирает деньги под видом Бхагавата. Но вскоре... очень вскоре вот этот ученик, так называемый, поругался со своим вот этим гуру, который, и, в общем, еще не просто так ушел, еще кучу денег забрал, прихватил с собой и бросил этого гуру. И вот некоторые гуру думают, что они очень удачливы, что такие ученики принимают у них дикшу. Но наша Гурвага, как Прабхупада Падчила, Мадхава Госвами Махарадж, если вы поймете их уровень баджана, их жизнь, вы обретете нечто значимое, нечто весомое. Во время Шрилы Прабхупады, Шрилы Мадхава Госвами Махараджа, они проповедовали, не только проповедовали. Даже проповедовали в тех местах, где практически невозможно проповедовать. Как в Мадрасе, в Кабуре. И если мы поймем, кто такая наша Гурварга, сколько усилий, сколько силы, сколько буквально крови они посвятили служению Шриле Прабхупаде. И Шрила Мадхава Госвами Махарадж был одним из главных севаков. И практически во всех храмах Гаудия Матха мы можем найти, что практически все сделал Шрила Мадхава Госвами Махарадж, даже по желанию Шрилы Прабхупады. Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он хотел установить храмы в тех местах, где был Чайтанья Махапрабху. Он посетил Южную Индию, например, 2 года для него заняло. И потом Махапрабху пошел в Южную Индию. И вот Шрила Прабхупада решил основать эти
Прабхупада чинил эти храмы с отпечатками стоп Гауранги Махапрабху. Вот во всех святых местах, где он был, чтобы каждый мог помнить, что Гауранга Махапрабху, Верховный Господь, он был здесь, поклонившись этому месту, где был Махапрабху, чтобы они обрели какое-то благо. И вот Прабхупада Шрила Мадхава Госвами Махарадж пытался воплотить это в жизнь. Не отдыхал, служил день и ночь. Сейчас можно видеть, что после просада все спят несколько часов. И вот в жизни Гуру Вайшнавов мы не можем наблюдать, что они отдыхают, они всегда служат. И вот Шрила Прабхупада дал ему титул в вулкане, то есть он, что он подобен энергии вулкана. Шрила Прабхупада никогда не видел, чтобы Шрила Мадхава Госвами Махарадж был уставший. Вот однажды он где-то был, только вернулся, приехал на поезде откуда-то. Шрила Прабхупада сказал, что прими прасад, вот у тебя надо ехать там через там, час буквально куда-то опять. Он не говорил, что только что приехал, что с милости никакой нет, дайте отдохнуть хотя бы, нет. Даже мыслей нет, таких не было. И вот. И Сиддханта Шрила Мадхава Госвами Махараджа было в том, я не знаю, сколько любил вас к нему, но я вспоминаю его святую жизнь, я чувствую нечто великое. И вот он говорил, что мы подобны пожарникам. Пожарники не могут сказать, что только пожар один кончился, что опять начался, у вас дайте там отдохнуть недельку. Нет. Если пожар, надо вот прямо вставать, ехать и тушить, а не говорить, что там вот завтра поеду, там послезавтра, там еще когда-то утром. Нет, я узнал этот Шрила Мадхава Госвами Махараджа, что если какое-то срочное дело, надо делать прямо сейчас, не надо откладывать его на завтра, на потом, а нужно делать прямо сейчас. И вот я узнал этот Шрила Мадхава Госвами Махараджа. Мы также подобны таким пожарникам, если есть пожар. Мы должны бежать и тушить, а не говорить, что там поспим сначала, отдохнем, и как-нибудь потом. Нет, посланники Гауди Матха, значит, что мы подобны таким пожарникам, которые должны сделать прямо здесь и сейчас. И вот Шрила Прабхупада был восхищен, видя такое вдохновение, такую готовность совершать любое служение прямо сейчас. Однажды все спрашивали, думали, кто же лучший севак среди нас. И вот, в общем, они спросили у Шрилы Прабхупады, кто лучший севак из нас. Шрила Прабхупада подумал, если кто-то скажу, кто-то обидится. И вот он ответил таким научным образом. И вот он сказал, что Гуру Сева, Вайшнава Сева. И любовь к служению Гуру Вайшнавам, она пропорционально, чем больше у нас любви к Гуру Вайшнавам, тем больше мы будем совершать служение. И вот Шрила Прабхупада ответил, что
тот, кто развил огромную любовь к Гуру Вайшнава, он наилучший. И вот определите сами. Я сказал вам мерило этого, а вы уже определите. И вот однажды Шрила Прабхупада спрашивал, какое служение нравится. И вот каждый говорил, что ему нравится. И вот очередь Дахагива Брамачари дошла, и тот ответил. О, Прабхупад, все служение, которое вы мне даете, любое служение в любой момент, я... мне нравится это служение. То есть я люблю служить вам, а вот как, именно это уже не важно. Шрила Прабхупад был очень доволен этим ответом, что мне нравится любое служение, которое вы дадите мне в любой момент. Не было никакой этой пристрастия к чему-то. И вот Шрила Прабхупада решил отправить Хайагриву Брамачари на запад, поскольку видя Хайагриву Брамачари, люди были бы привлечены и восхищены им. И вот однажды один старший преданный сказал Шриле Прабхупаде, что если вы отправите Хайагриву Брамачари, то проблема может возникнуть. Он западной страны, он очень красив, прекрасен. Им какие-то проблемы могут возникнуть. И... хотя он вечный спутник Шрилы Прабхупады, что же может там возникнуть? Но все же Шрила Прабхупада, он внял совету этого преданного и решил послать кого-то постарше. Если бы он отправил его на запад, то тот бы поехал бы, не мог бы сказать, что не поеду. Как в случае с Шрилой Сиддхартхой Госвами Махараджем, Шрила Прабхупада решил отправить тоже Сиддхартхой Госвами Махараджа на запад. А Сиддхартха Махарадж подумал, что же делать. И не сну. Но если он захочет меня отправить, то я поеду. И в итоге, по милости Нитянанды, а это не Шридхар Махарадж, Шрила Мадхава Госвами Махарадж. И вот в итоге, так у нас не... он не поехал, но потом, когда Шрила Прабхупада ушел, Шридхар Махарадж сказал, что мой Гуру Махарадж хотел проповедовать на Западе с помощью этого инструмента, указывая на себя. Но сейчас это стало явью. То есть, как заметили, что Шридхар Махарадж никак не ездил на Запад, но преданные с Запада, они пришли к нему слушать его прекрасную харикатху. И вот сегодня весь мир знает о Шридхар Госвами Махарадже, в этом его великолепие. Если Гурудев, Гурудев, Шрила Прабхупада, они хотят что-то сделать, они, несомненно, сделают. И поэтому вот в этой мантре говорится «Пангум лангете гирим», что хромой может пересечь Гималайи. Это возможно. Если Гуру Падма благословит нас, Шрила Прабхупада благословит нас, то тогда я вынужден сказать то, что не говорят, это зовется подлинной харикатхой. Это не вопрос памятования.
Харикатхана может, подобно фонтану, она и будет исходить из нашего сердца. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж также. Такая огромная проповедь невозможна после Шрилы Прабхупады. Шрила Кешава Госвами Махарадж, Мадхава Госвами Махарадж, наша Гурага Госвами Махарадж, Бондхава Госвами Махарадж, они прекрасно проповедовали, но после ухода Шрилы Прабхупады, можно заметить, никто из них не был заинтересован в том, чтобы строить какие-то большие храмы. Бхактихарида и Бондхава Госвами Махарадж, лучший из проповедников, слушая Харикатху от него, наш Садхананда Прабху, великий Садхананда, он вечный спутник, и Шрила Прабхупада, несомненно, и Шрила Прабхупада сказал, что он может дать ему харинам, смотрите, сколько. Но все же храмов у них нету, есть такие небольшие базовые квартиры. Вот Махарадж там тоже был, Харикатху говорил, его приглашали и там. Но сейчас Махарадж не ездит никуда, поэтому. Но там такие маленькие базовые квартиры. Что Госвами Махараджа, что Бон Махараджа. И вот, ощущение, хотели что-то маленькое построить, но Шрила Мадхава Госвами Махарадж настоял, чтобы они строили что-то крупное. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он великий севак. Мы не можем сравнить его с кем-то в любое время, всегда. Он готов исполнить любое желание Шрилы Прабхупады. И на всех выставках, симпозиумах, любое служение. Даже не было где есть, где спать. Но все же они были довольны. Если Гурупад Падма доволен, я тоже доволен. Если Гурупад Падма доволен, то я доволен. Если Гурудев недоволен мной, конечно, кто-то может собрать много денег, но это ничего не поможет. И вот во всех и вот Шрила Мадхава Махарадж получил землю в тех местах, где даже метра фута земли нельзя было получить, даже какой-то там BBIP не мог получить ничего. А Шрила Мадхава Госвами Махарадж смог получить это место в Гуахати, тоже на Палтон Базаре. Это в центре рядом, ну, напротив вокзала, с обратной стороны. Вот там он тоже мог получить землю, чтобы построить храм в других местах также. И вот он. И вот, еще где-то пошел просить землю у какого-то председателя какой-то корпорации. Даже мусульмане ему давали землю. И вот в Хайдарабаде, тоже в центре практически. И вот он стоял в храме, и он проповедовал Гуравани под руководством Шрилы Прабхупады. Но мы не столь удачливы. Мы хотим злоупотреблять славу этой великой личности, в этом наша неудача, что мы хотим как-то злоупотреблять славой Шрилы Прабхупады и Гурварги. Я думаю, если такие люди занимались бы политикой, то достигли бы успеха. Но зачем они занимаются политикой в каких-то духовных организациях?
Мы уже наблюдаем некоторые такие политики, торговцы под видом проповедников пытаются как-то отхапать чью-то паству или чью-то область проповеди. Рупа и Санатана никогда не слышали кто-то, чтобы они хвастались, что или Джива Госвами, что мы ученики такого-то великого гуру. Они знали гуру Татву, поэтому никогда в своей жизни не хвастались, что они ученики там кого-то. Они жили, своим примером показывали. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж, его поведение, его характер, его образ, его все остальное, его чистота. Видя все это, люди спрашивали, кто же ваш гуру? Вы наверняка сын Шрилы Прабхупады, Бхакти Сиддханта Сарасвати. Только терпение было. Даже в шастрах можно видеть в Бхаджан-рахасе Шрила Бхактивинода Тхакур пишет. Подобно дереву, очень просто сказать, но практически мы видели в жизни Шрила Мадхава Госвами Махараджа, дерево может ну, как дерево может стоять под натисками всяких стихий. Также Шрила Мадхава Госвами Махарадж проповедовал в Панджабе, в Харьяне, в этой майвадской области. И часто приходилось вступать в открытые споры на каких-то собраниях с ними. Шрила Мадхава Госвами Махарадж терпеливо отвечал и разгромлял все их аргументы без всякого гнева. И столько терпения, если есть, то только тогда мы можем иметь способность говорить об абсолютной истине в Мадрасе. Наш Рамананда Прабху, Сиддхартха Госвами Махарадж, Мадхава Госвами Махарадж, все наши Гуру Варга. И вот с помощью Мадхава Госвами Махараджа мы... И вот я построил храм в Мадрасе. Но, к сожалению, под влиянием Кали многое деградирует, как вот этот храм в Мадрасе. В Мадрасе Шанкар Сампрадая очень могущественно, даже наш предыдущий Раштапати какой-то. Савапали Радха Кришна какой-то, он тоже президентом Индии работал. Он тоже майвади был. Кто ему имя такое дал, я не знаю. Такому глупому человеку такое имя. То есть этот человек ни в Радху не верил, ни в Кришну, одну майваду. Но назвали его Радха Кришна. И вот. И вот и в Харидваре, в Варанаси, столько майвади. Ну и эти майвади не так просто переспорить. Но Шрила Мадхава Госвами Махарадж, Сиддхартха Госвами Махарадж, они были очень могущественны, мы очень горды такой великой гурваргой, мы вечно благодарны им. Однажды один богатый человек,
тоже Майаваде был. Пригласил всех, ну, эти Рада Кейту, как Кришна, как вот, Кришна. Ну, такая, ну, Кришна миссия какая-то майвадская, как ее там, Рама Кришна. И вот Шрила Мадхава смотрит, они все едят рыбу, мясо всякое. Ну, майвади как бы не едят этого, а эти... А Рама Кришна миссии этим ничем не брезгует. Ну, Махарадж там жил рядом с детства, ну, с детства они там. Вот даже притащили такую рыбу огромную, которую даже там один человек не утащит. Вот, ну, там Махарадж жил рядом с ним, видел, чем занимается. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он у этого, как его, ну, кто это все организовал, сказал, что мы уходим, почему уходите, и поешьте. Вот все тут садхаван едят, тоже можете поесть. Но мы такое не едим. Как не едите? Вон, смотрите, Рама Кришна миссия, там миссия, вся миссия, все тут едят, а вы не едите. Ну, скажут, что они могущественны, мы могут такое переварить, а мы не можем. Мы простые саду, нет способности у нас такое есть. Они более могущественны, чем мы, поэтому едят. Поэтому простите нас, мы пойдем. И вот Шрила Мадхава Госвами, Бхакти Прамод Паридев Госвами Махарадж, я узнал от них. Даже в дороге, на поезде куда-то ездили, они все равно поддерживали все правила чистоты. Если мы идем на компромисс, если иду на ясасане, если иду на компромисс с чистотой, то тогда я сойду с ума. Вот Махарадж после дороги, поездов всяких, он всегда моется, стирает одежду, принимает полное омовение, и потом только заходит в Бхаджан Кутир свой. Это я узнал от Гуруарги. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж, его чистота, его честность, его любовь, его характер, все было замечательно, великолепно. Вы знаете, после Шрилы Прабхупады только наш Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он организовал в Кумбхамиле какие-то эти Кумбо. Sometimes in Vrindavan, sometimes in Haridwar, sometimes here, different places according to star position. И вот Кумбхамилы в разных местах производятся в соответствии с положением звезд. Все саду со всей Индии приезжают. Шрила Мадхава Госвами Махарадж тоже там организовал какую-то палатку, чтобы кто-то мог бы узнать, кто такой Гуранга Махапрабху. Туда все сампрадаи стекались. Вот так в целях проповеди он там какую-то палатку организовал, просад раздавали. И вот от имени всех этих организаторов Кумбхамелы они организовали этот праздник большой. 2-3 дня он происходил, вот они всем рассылали письма всем сампрадаям, нашему Гауди Матху тоже. Всех приглашали, что можете приехать и говорить о вашем учении. И Шрила Мадхава Госвами Махарадж тоже был приглашен туда. И в то время, я думаю, насколько я помню, он был ачарья Читания Матха. Уж не все знают об этом, но он был ачарья Читания Матха, он был выбран ачарьей. Но после зависти и политики его выгнали. Без всякой причины Шрила Мадхава Госвами Махарадж никогда
занимался никакой политикой. У него было огромное сердце. Сердце Шрилы Мадхава Госвами Махараджа настолько велико, что он мог обнять весь мир. Но все же люди обвиняли его во всех грехах. И вот так же здесь. Сегодня те Расикананды, Прабхупада Джагнанда с Бабаджи Махараджа, когда обо всем это сказал, он этим сказать. И вот там лучший из пандитов Индии. Но, в смысле, не относительно Сиддханты Кришны, а обычных людей. И вот один пандит Ачарья был там. Карпатри его звали. Карпатри. Карпатри, значит, тот, кто никогда не ел с посудой, ел с рук. Вот так. Посудой он не пользовался, тапками в тапках, в обуви не ходил, пешком ходил, босиком. Если в Мадрас надо идти, он пешком шел в Мадрас, босиком причем, без транспорта какого-то. Вот такой Майавади был очень аскетичный, вот он был на собрании. Он был председателем этой сабхи Игнашку, Кунджада тоже был там, и когда Шрила Мадхава Госвами Махараджа был попрошен сказать, тот сказал, что вы старше меня говорите, этому Кунджаде сказал. Но Кунджада сказал, что нет, давайте вы. Хорошо, взяв его благословение, он начал говорить о Сиддханте Гауранге Махапрабху на этой собрании. Долгая речь была, и все слушали. После того, как он закончил, этот Карпатри встал и сказал всем, что сегодня то, что мы слышали от Шрилы Бхактивиданты Мадхава Госвами Махараджа, это заключение всего. Это наивысшее, несравненное и бесподобное. И как мы можем сказать, что Шрила Мадхава Госвами Махарадж бесполезен или Гауди Мат бесполезен? Мы должны, стыдно должно быть нам. Они несут некоторые. Они несут флаг Гауди Матха, те, кто участники Гауди Матха, те подлинные последователи Шрилы Прабхупады. Это какие-то люди. Вот не расслышали каких там. В общем, кто-то там первый на Эверест поднялся, флаг непалец какой-то установил. Потом еще кто-то был, он тоже заявляет, что первый. И вот в истории Харибаджана, Гауди Баджана, Гауди Матх, это единственный, кто несет флаг учения Шримана Махапрабху. Он первый. А если кто-то утверждает обратное, то это за это такие люди будут наказаны Ямараджем. И вот те, кто могут обнаружить. И те люди, которые живут в испражнениях, занимаются греховной деятельностью, только они могут критиковать Гауди Матхи. Люди, которые так критикуют Гауди Матхи, заявляют, что при этом из Гауди Матха, то это не так. Они не оттуда. И вот мы очень горды Шрилой Сиддхартхой Госвами Махараджем, Шрилой Мадхавой Госвами Махараджем. И вот во всем
И вот Шрила Мадхава Госвами даже среди такого майвасского собрания он утвердил Сиддханту и учение Шримана Махапрабху в Ассаме. Сейчас, если поехать в Ассам, то тоже проблемы какие-то постоянно возникают, а в то время этих проблем было на порядке больше. Не позволяли Гауди Матху проповедовать, но Шрила Мадхава Госвами Махарадж проповедовал везде, даже в лесах, ну, а сам по себе лес. Сейчас, может, там что-то есть, а так в то время джунгли и лес был. И вот он и там проповедовал, столько сложностей было однажды. У нас Шрила Бхакти Лала Тирта Госвами Махарадж и Бхакти Виган Бхарати Госвами Махарадж, Шрила Мадхава Госвами Махарадж, только с... И вот, в общем, они проповедовали там Шрила Мадхава Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Лала Тирта Госвами Махарадж. И вот однажды Шрила Мадхава Госвами Махарадж. Вот они разделились на две группы, а в Ассаме одна группа поехала в одну деревню, другая в другую, чтобы, ну, как-то больше народу охватить проповеди. И когда Харикатха закончилась практически, то кто-то прибежал и сказал Шрила Мадхава Госвами Махараджу, что ваша вот эта вторая группа ваша, они все их побили очень сильно, они на волоске от смерти, в больнице. Что случилось? Ну, сказали, что там эти какие-то майвади из этой Шанкар Сампады, из какой-то другой. В общем, других аргументов не нашлось у них. Ну, какая-то другая Шанкар Сампрада, очень популярная в Ассаме. Они не Бхагавата, они позволяют ничего. Что такое Виграха, божество они понимают, ломают всех божеств. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж был, в общем, рассказали, что у него такие стали жертвой вот этих майвади. И вот и Мадхава Госвами Махарадж сказал Ха Кришне, вот так сделал. И вот он уже просто сказал Ха Кришна, прислонил руку к голове и начал плакать. Он не сказал, что нужно пойти жаловаться куда-то в полицию, там еще что-то нет. Он просто сказал Ха Кришна и начал плакать. И пошел попал этим, к этим преданным. И в ту самую ночь какой-то сумасшедший слон появился с леса и растоптал дома этих майвади, которые, причем, ну, в той деревне не все дома, а только тех, кто... Ну, только тех, кто напал на преданных, и как-то странно все случилось. То есть только тех негодяев, дома этот слон потоптал. Ну, дома там такие, не с соломами, с бамбука такие. Слоны их ломают с легкостью. Ну, как не здание, эти хижины, скажу так. Он жен поубивал, детей, ну, эти слон, вот этот. Все огороды растоптал, все, что там было. Даже эти, как их там, склады с продовольствием, этот слон тоже все это раскидал. И вот он зовется Шрила Мадхава Госвами Махарадж, никогда не завидовал никому. Можете прийти ко мне, я покажу,
как настолько, какая огромная любовь у нее была к братьям в Боге. Если кто-то болел, он приглашал их к себе в матку, всячески заботился о них. Но, к сожалению, потом такие, кого он спас, говорили всякую ерунду про Шрилу Мадхва-Госвами Махараджа. Хотя можно было видеть, как он посвящал всю свою жизнь своим братьям в Боге, даже в его Панамантре говорится об этом. И он был единственный, кто был успешен в том, чтобы обрести, освободить место явления Шрилы Прабхупады. Никто не помогал ему, ни копейки денег не давал, и даже мешали, но все же Шрила Мадхва-Госвами Махарадж смог получить место явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Такура Прабхупады. И вот Шрила Мадхва-Госвами Махарадж, когда это все было построено, божества призваны, к сожалению, уже оставил этот мир. А когда он не смог открыть и присутствовать, он оставил свое тело до этого. И вот Шрила Мадхва-Госвами Махарадж, любое прославление его, мои слова, этого недостаточно, чтобы описать его славу. Я прошу о его милости, я простить меня за все, что мог осознанно или неосознанно совершить какие-то оскорбления. И когда я был занят публикациями, Махараджи книги писал, Махараджи жил больше, не жил, а нахо часто посещал Гаудина, Шичитанья Гаудимат в Калькутте, там недалеко была типография, где мог распечатал все это, но надо было туда-сюда ездить, и вот так же сегодня день. И вот Расикананда Прабху, он ученик Шимананда Прабху, он олицетворение Анирудха аватара, Анирудха аватара, он из известной семьи. Его отец Ачютананда Прабху, он был сегодня день его ухода, и вот он был царем, приглашал в общем, был единственным сыном царя, и вот он был очень разумный с самого детства, и очень был вдохновлен Вайшнава Сиддхантой, и он был, хотел найти подлинного гуру, и вот он искал, где и когда я могу найти Гурудева, и во сне он услышал, что твой Гурудев придет, Шимананда вскоре придет с Дарендрой откуда-то. И вот действительно Гурудев сам пришел к нему, Шимананда Прабху пришел к нему, полный прамы плакал, совершал санкиртану, и тот понял, что это Шимананда Прабху, тот, кого он искал. И в те дни была такая система, отец и мать, они, ну, родители организовывали женитьбу детей в малом возрасте, ему уже 12 лет было, ему было, но уже женили, ну, женили их заранее, все люди, эти дети не понимали, зачем это все надо. И вот Расикананда был женат уже, но вот с женой он получил харинами дикшу от Шимананда Прабху, и вся его семья такая изменилась. И что мы, как могу сказать о Расикананде Прабху, даже мусульмане,
какой-то там был, забыл, как его зовут, мусульманский царь, он и то получил посвящение у него и стал вайшнавом. И даже какие-то разбойники, гунды, они тоже меняли свою жизнь и свое сердце. Даже список могу написать. Даже такие бесстыжие и, как сказать, такие жестокие люди, то менялись под его влиянием. И вот Чингисхан, который убивал много людей, даже в Индии был, то сколько убил, никто слов нет посчитать. И вот Расикананда Прабху, он, даже мусульмане изменялись под его воздействием. Даже мусульмане, даже два тигра, и то стали преданными. Вот и так даже два тигра стали вайшнавами. Один сумасшедший слон тоже стал вайшнавом, его назвал Гопалдасом. И вот однажды натравили этого сумасшедшего слона на Расикананду. Расикананда не стала убегать. И когда слон подбежал к нему, тот сказал: «О, ты сколько ты будешь сумасшедшим? Нет, ты не можешь изменить свое сердце». И этот слон послушал, сел рядом. Кто-то смеется, но Расикананда, слон сел рядом с ним, и Расикананда дал харинам ему, и до последнего момента своей жизни этот слон служил, вайшнава сева совершал. Если какой-то праздник, вот 5000 вайшнавов принимает просад, этот слон ходил, носил дрова, собирал и рис, сахар, всякое зерно всякое, кто там слону что скажет, идет куда-то, взял наши, положил на спину, а понес на слону, кто-то возразит. Вот вся собственность, это, она принадлежит Кришне. То есть мы думаем, что это наша земля, это земля Кришны, мы сегодня есть, завтра нет, а земля, она как бы с незапамятных времен. Вот та же история, если два царя дерутся друг с другом, угрожают убить друг друга из-за какой-то земли, а змея смеется, что земля как бы была и осталась, а эти цари оба умерли. Но сейчас тоже можно наблюдать, что глупые люди борются за какую-то собственность. Но что такое баджан? Баджан — это ананда, радость. Если вы чувствуете радость, совершая баджан, вы никогда не будете чувствовать себя усталым, как Шрила Мадхава Госвами Махарадж. И вот главный, и вот Расикананда Прабху, он великий проповедник. Он был лучшим севаком Шемананда Прабху. Однажды один мусульманин, ну, саду его нельзя назвать. В общем, какой-то мусульманский этот духовный лидер еще какого-то совершенства достиг. Он мог сидеть.
В общем, с тигром каким-то ходил. И вот Расикан, этот мусульманин хотел, захотел проверить этого Расикананду. А он ездил на тигре. И вот он на этом тигре приехал к Расикананде. А тут где-то сидел. Ну, где-то сидел, в общем, зубы чистил нимовой палочкой. И вот смотрит какой-то мулак на тигре, приезжает к нему проверить его могущество. И вот Расикананда никогда не хотел хвастаться своей силой, но тут хотел посмотреть, что же делать. Есть такие люди, которые до тех пор, пока не разрушат их ложное эго, они не будут вас уважать. Никогда. Всегда очень горды с собой. И вот Расикананда Прабху, что же делать? На стене сидел и зубы чистил. Стена начала ехать к этому муле. Тот удивился, но на тигре еще можно ездить. Животное как-никак, а оно живое как бы, а на стене, чтобы ездить, это еще надо там уметь. Она как бы стоит мертвая стена, чтобы она еще двигалась. Это, в общем, был восхищен этим Расикананды. И вот никакой философии недостаточно, чтобы описать это. И вот сегодня тот день его ухода. Расикананда Прабху, 46 лет, с начала получения дикши. И по указанию Гурупад Падмы, Шимананда Прабху очень активно проповедовал. Он был настолько могущественным, что даже какой-то шакал, собака, тигр, слон мог стать преданным благодаря ему. И вот сколько там получил дикшу? Около 15 лет, и 46 лет проповедовал. И отправился потом к Кира Чора Гопинатху Балешвар. И вот он там произнес харикатху, потом оставил тело. И вот там его баджан кутир тоже там внизу. Ну, там еще совершил баджан еще какое-то время, потом оставил тело в этот день его ухода. И вот сегодня мы очень удачливы. Также можем что-то сказать о Шриле Вайшнава Сарвабхауме, Шриле Джаганнатхе с Бабаджи Махараджа. Никто не спрашивал, почему этот титул Сарвабхаума ему дан. Почему Вайшнава Сарвабхаума? Откуда этот титул? Никто не спрашивал. Ни у кого такого титула нет. Сарвабхаума значит тот, кто суверенность имеет. Тот, чей баджан, чья любовь, кто имеет. И вот в общем смысл, что если, что он лучший из всех вайшнавов, из всех саду, он находился в Сурьякунде по милости Гурудева. И вот там был Сурьянараян мандир, и этот Джаганнатха с Бабаджи Махарадж. Несколько лет назад, когда там был, Раджа Васи спросили: «Баба, что вы делаете, можете жить тут, вот мы отдадим вам этот баджан кутирева». Я сказал: «Раджа Васи, если я тут буду жить, то ничего не могу сделать, никакой проповеди. И, конечно, хочу тут находиться».
я счастлив здесь находиться, но моя счастье не в этом. Я хочу делать то, что гуру вайшнавы хотят. И это более важно. Вот сказали, что вот божество это, ну, там что-то мало, в игроху какую-то дадим, и здание это все. И вот Джаганнатха с Бабаджи Махарадж там жил, и он однажды пошел в дом какого-то Враджаваси, внешне, из низкой касты, баги, эти подметальщики, дворники, ну не дворники, в общем, уборщики какие-то. И вот он просил, ну, подойди у них, и все эти селяне начали возмущаться, то что же они что-то с низкой касты, они сами уборщики, что вы у них просите? И Джаганнатха дас Бабаджи Махарадж сказал, это Вриндаван. Откуда вы здесь найдете низкой касты, когда же Вриндаван? И вот Шрила Бхакти, он такого говорит, Шивапачи, те, кто... Даже те, кто раньше готовили собак, ели собак, даже у них я прошу подаяния. Это уровень Парамахамса. И вот Бабаджи Махарадж, Джаганнатха дас Бабаджи Махарадж говорит, откуда вы эти баги нашли? Это Вриндаван. Ну, кто там возмущаться начал, и Бабаджи Махарадж спросил этих Враджаваси, низкокастовый, да, дайте чапати, ну, чапати, я сказал, нету никаких чапати, идите отсюда. Ну, поскольку если бы они дали чапати, другие бы побили их, чтобы они не позорили Вриндавану вообще. Сказал, что они чапати, ну, Бабаджи Махарадж сказал, что... У вас там дома под вот той тарелкой четыре чапати лежит. То что давайте несите. И в итоге Бабаджи Махарадж еще на неосознанно так возмущается, не могу тут находиться, пойду к Гуранги Махапрабху, поскольку Годрума тоже вредава. Я вот сказал, от Бихари готовься. Ну, как готовиться? Когда мой Гуру Махарадж ушел, можете сидеть Бхакти Махарадж или еще Бхактивалабхи Тирти Госвами Махараджа сейчас уже нет, но тогда он в 4 утра позвал меня. Я зашел к нему в Божий Кутир, и это был день Расу Пурнима, следующий день Гуру Махарадж. И вот Гуру Махарадж позвал меня, я был удивлен, что так рано ты сказал, что твой Гуру Падма ушел. Ушел как? Я сразу собрался, услышал и побежал. Взял только мешок, то есть мешок из-под картошки. Там, ну, одежда, которая была там, ну, одежда в смысле там. Пару тряпок и побежал на станцию, ну так или иначе, сел на поезд без билета, на первый попавшийся. И вот приехал в Майпур, зашел в Шив Мандир, оставил свой мешок, пошел, принял омовение в Ганге, пришел, и тот вижу Гуру Махарадж из Пури, тело Шрилы Гуру Махараджа привезли из Пури, вот он буквально за 5 минут приехал. Кто-то думает, что это какая-то история, не могут поверить. Ну, так или иначе, Джаганнатха дас Бабаджи Махарадж, он и вот с Бихари, в общем, они собрались, ну, пожить там немножко пожитков и пошли пешком в Майпур, в этот, Навадвипу.
И вот Бихари говорит: «О, Баба, там тигр, смотри». Бихари. Это Бабаджи Махараджи было где-то лет 125, тот посадил его в Бихари в корзину, как я тебя нести могу. До города, мы тут далеко тут, 1500 километров, ты тяжелый. Нет, не тяжелый, ты бери корзину и неси тут. Пампала взял корзину, поместил на голову, действительно очень легкая была. Как будто там ничего не было. И вот я побежал. Даже не чувствовал, что там бабушка моя сидит в этой корзине. И вот тот поставил его на землю, пошел что там посмотреть. Сказал, что там тигры вон сидят в лесу. Может, не пойдем туда, то Сан, не бойся, давай. Они спутники Махапрабху, не бойся, иди смело. И вот в итоге, ну, в общем, жил с той стороны реки, Ганге. Сейчас там какой-то храм построили. Наш Шрила Бхактивинода Тхакура очень любил его, посещал. И в итоге наш Джагнадас Бабаджи Махарадж пришел на место явления Гуранги Махапрабху, хотя он не мог ходить, ему уже 125 лет было, он выпрыгнул из корзины и начал танцевать и высоко очень прыгать. И вот он так от радости очень высоко прыгал и сказал, что это место явления Гора Хари. Это место явления указано Вашнава Сарвабхаумом и Джаганнадас Бабаджи Махараджем. Шрила Бимала Прасад Сарасвати. И вот то, что мы зовем Васанта Панчами, Шукла Панчами, это Агарбхавтити Вишну Придеви. И можно оттуда начинать вайшнавский календарь. Шрила Прабхупада вынужден был сделать вайшнавский календарь по наставлению Джаганнадас Бабаджи Махараджа. И вот тот календарь, который у нас есть, в каждом матхе его публикует, это по указанию Шрилы Джаганнадас Бабаджи Махараджа. Шрила Прабхупад начал это делать. Шрила Прабхупад был одним из лучших астрологов. Даже сегодня, уже 120 лет прошло, Шрила Прабхупад написал какие-то тезисы по астрологии. И те, кто этим занимается, они консультируются, читают его вот эти тезисы на Бенгале, лучше из астрологов. Пиен Бхакши. Вот известный вид этот на Бенгале. Его календарь публикуется до сих пор. Самый такой крупный, известный. Он ученик Шрилы Прабхупады был, ну, имеется в виду астрологию и астрономию, изучал у нее в то время. Потом Шрила Прабхупада прекратил это и начал только духовную деятельность заниматься, говорить харикатху. И в очень таком малом возрасте, и, ну, в смысле, это таком, в юношеском возрасте этой астрологией занимался. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура принял его как своего гурудева, хотя внешне у него был какой-то другой гуру, но вот какой-то сахаджи был, хотя не Шрила Бхактивинода Тхакура его не признавал, не Шрила Прабхупада, но какие-то люди заявляют все же. И вот Джаганнадас Бабаджи Махарадж, он вечный спутник Бхагавана. И вот его Бхактивинода Тхакура принял как своего гурудева.
Если скажешь, что Прабхупад ученик Гуркишвара Дас Бабаджи Махараджа, но Гуркишвар Дас Бабаджи Махарадж думает, что Бимала Прасад его Прабху. Он никогда не обращался к нему как к ученику, а говорил: «О, мой Прабху, о, мой Господь, буквально, мой Господин, мой Гуру». И какой же факт? Гуркишвар Дас Бабаджи Махарадж, он ученик Шрила Прабхупада или Шрила Прабхупада его ученик, это они вечные спутники, он Гуна Манчари, а он, наверное, Муни Манчари, какая разница. Но все же внешне мы можем выразить им всем почтение и так или иначе. Джагнат Дас Бабаджи Махарадж был очень строг. Однажды какой-то ученик Джагнат Дас Бабаджи Махараджа, он был очень просто сердечен. Он не слушался Бабаджи Махараджа, и тот сказал: иди на поли вот эти, ну там какой-то огород был. Сказал: я что-то вообще пришел, я тут харинам повторять пришел, бажаном заниматься, какие овощи, какой огород, зачем это все поливать. И вот они пошли жаловаться Бхактивинода Такуру, что мы тут приехали харинам повторять, бажан ди совершать, а нам тут говорят огород, огород поливать, баклажаны полоть и прочее, что за бажан, что это такое вообще. А Бхактивинода Такура засмеялся, что это такой бажан. Если Бабаджи Махарадж говорит вам поливать баклажаны, то это гораздо лучше бажан, чем повторять харинам. То есть вроде внешний харинам повторяете, а по факту неизвестно, чем занимаетесь, о чем думаете. А если вы поливаете вот этот огород Бабаджи Махараджа, то это гораздо более благоприятно для вас. И вот то, что он говорит, это ваша обязанность. Так что идите и поливайте огород. И вот такой случай. Хочу много сказать, но времени не так много. The sloka I started with again. Over time.